громче, громче, громче аплодисменты. Добрый день. Перед вами на сцене команда КВН «Грибы». И я хочу представить вам состав нашей команды. Это Данил, Саша и Дима. Они как опята, все время ходят вместе. Пацаны, я в клуб. Вот, пойдем. Но иногда бывают исключения. Эй, вы куда? Вы же сказали, что со мной пойдете. Вы же не знали, что это книжный клуб. А что, так непонятно было? А это Алина. Она как мухомор. С виду вроде миленькая. Вот прям вообще солнышко. Лучше ее не трогать. Чего сказала? Чего? А это... Это кто? Это Вероника. Она гриб-маховик в нашей команде. В смысле? Но она растет, никого не трогает. А, вспомнила. А ты кто? А я Юля, я белый гриб команды. А что это ты, белый гриб? Ты вообще вон на гриба сморчка похожа. Иди ты. Рубрика «Полезный совет». Полезный совет. Как отличить гриб от ягоды? Нужно его сварить. Если получится суп, то это гриб. А если компот, то это ягода. Представьте, доброжелательный маньяк. Здравствуйте, вам чем я могу помочь? Мартынушку мне на стол. У нас только чи-чи-чи. Будь здорова. Я не чихала. Но все равно, будь здорова. Спасибо. Представьте, аптека века. Здравствуйте, вам что? Подскажите мне что-нибудь от кашля. Тантум верде форте. Это тантум верде форте. Убивает он микробы в горле. Не, не знаю. Нет, наверное. Это мишки. Облепиха, апельсин, персик. Ну, не знаю. Риностоп. Хоп-хоп, риностоп. Ну, даже не знаю. Я думаю, витамишки помогут мне больше всего. Дайте даже две пачки. Представьте. Дискотека 21 века. Ты меня в этом мире. Время застынет на этом моменте. Все, что имею, я отдам тебе. Пальцы сжимаются крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света, чтобы еще раз по-новому все повторить. Между нами летает дом. Стекло на стекле не дело. Спасибо за внимание. Перед вами на сцене была команда КВН «Грибы». Пока тает лед, нас все ненавидят. Да, команда КВН «Грибы», они точно были съедобные, порадовали нас своим необычным юмором. А мы продолжаем. И следующая команда, которая выступит на этой сцене, это гости нашего фестиваля. Поэтому убедительная просьба, уважаемые зрители, давайте громче встречать наших гостей. Младший состав команды КВН «Формула позитива».
найти человека, который бы не шел в ногу со временем. Представьте, случай на улице. Девушка, а вы смотрите «Игру престолов»? Нет. Шейкер-шейкер. Патимейкер. Чего? Ну а покемонов ловите? Ты нормальный вообще? Идеально! Женюсь! А сейчас давайте вспомним, как выступала наша сборная по боксу на Олимпийских играх. Ожидание. Реальность. А такой случай может произойти в любой школе города. Представьте, открытый урок. Начинаем проводить физкульт-минутку. А где Петрова? Я здесь. Здравствуйте, дети. Садитесь. Сегодня на уроке мы с вами должны повторить, какие выражения называются тождественно равными. Да, выражения. Петрова, я тебя еще не спрашивала. Так ведь вчера... Физкульт-минутка в начале урока. Интересный прием. Итак, рассказать у доски, какие выражения называются тождественно равными, пойдет отвечать Петрова. Два выражения с одной переменной называются тождественно равными, если при любом значении перемены их значения равны. Учебное пособие, страница 175, издательство своё просвещение, Москва, 2007 год. Неплохо. А теперь возьми мел и реши задачу. 37:1. Я еще условий не продиктовала. Так ведь вчера... Две физкульт-минутки. А что, может не 30 прямо в штабах района? Стоит подумать. А сейчас мы с вами решим задачу, составленную по материалам местной периодической печати. Отметь использование краеведческого материала. В первом квартале минувшего года сантехники нашего ЖУ отремонтировали неисправности в 3 раза больше, чем во Франции, Бельгии и Люксембурге вместе взятых. Подсчитайте, сколько? Я подсчитала. Как подсчитала? Так ведь вчера... А сейчас реклама. +8 800 535 3535. Тысячу займешь. Придется 40 отдавать. Для горла и полости рта фура, цирин, амексима. Теперь, дорогущий. Случай с подружками. Посмотри, я красная? Теперь да. Хорошее настроение.